Как стало известно, банк ВТБ ищет замену французским велосипедам для своего проекта «Велобайк». Вполне возможно, что на смену двухколесным французам придут пермские велосипеды «Форвард». Сейчас идет обсуждение сотрудничества. Ранее губернатор Пермского края сообщал, что прокат велосипедов «Велобайк» может появиться и в Перми. Движение по Чусовскому мосту планируют запустить уже в этом году. Строители готовятся соединить его части, идущие с разных берегов. На сегодняшний день, после завершения строительства всех 14 опор возводимого моста, ведутся работы по надвижке конструкции. С левого берега пролетное строение надвинуто до опоры номер 5. Продолжаются работы по устройству плиты проезжей части. Наносится гидроизоляция. Пока работы идут по графику. Музей современного искусства «Пермь» переедет в другое здание. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Восточном экономическом форуме 2022, который сейчас проходит во Владивостоке. Новое место музея планируется обустроить в центре Перми. Сейчас Музей современного искусства «Пермь» занимает на правах аренды особняк, принадлежащий холдингу «Сатурн-Р» местного олигарха Александра Репина.